Здорово! Ой, жесть. Сейчас поедем к Димону делать грамотные решения. Ну вот что, интегрировались в копеечку. Это пока у нас 125-е на софте кастомном. А нам будет 130-е переделано у нас оригинальной программой. Замеряться пока негде. Ну что, поехали, Лыткарина съездим. Надо это, пора уже. Вот смотрите, у нас 125-я, 218 сил, была сделана в 3-литровую прошивку. Заводской софт, 272 силы на выходе. То есть... Я иллюзорен напрочь со всех сторон. Я фальшив, как простой патрон. До весны не меняя фасон. Время пролетало по часам, ты словно прячешься, не переставал писать, все забылось на часа. Пролетали месяца, верил, что мы встретимся, вскоре нас вела весна. Ты как думаешь, пап? Мне все очевидно, ночью было не я была. Едем сейчас на Хабаровскую, село Гальяново. Подъехал еще очередной соклубник. Будем его проливать в мультимедию в XE6. Обновлять карты и делать обновление софта. То есть вот у нас опять же Хабаровская улица, село Гальяново. Сейчас зайдем в Макдачку. Там уже ждет соклубник с BMW Ван клуба. От Гоши, подгон с драйва, администратор BMW сообщества. Вот оптической хуетой будем ему заливать карты. Делаем уже третью машину за сегодня. У нас КАЗ программируется, подключен ИКОМ, да, оптика. Вот, и ключ, смотрите, даже не хочет защелкиваться. Это абсолютно нормально при программировании КАЗа через ИСТП дилерскую. Так же, как и при программировании моторного блока, да, когда он программируется, абсолютно нормально, что у нас в аварии стоят все системы, потому что блок становится в режим программирования, да, как при заливке чипа. И, соответственно, вот ЕГС сейчас программируется. Вон, смотрите, как у нас интересно программируется инка. Инка – это у нас климат. Конечно, интерес самый будет, когда у нас будет программироваться DTC. Вот, у нас почему-то дворники в аварию включатся. Приборная панель пошла программироваться. То есть вот никаких желтых лампочек нету, все по красоте. Приборка нам, соответственно, подмигивает, да. То есть, что все заебись. Бро, так что я нахожусь в режиме программирования. У нас начинает программироваться DTC. DTC это система курсовой устойчивости. И вот заработали дворники, про что я говорил. Аварийный режим. Но не совсем понятно логически, как он связан с DTC. Не все так плохо с погодой, как было с утра. То есть небо растягивается. Солнышко даже на закате светит. На ЧТХ можно неплохо будет покататься. Конечно, облачка идут. Возможно, дождик будет, возможно, не будет. Приезжайте, посмотрим. Вот вместе с F10 приехал вот такой у нас это. X5, N55, полный сток. Я сейчас его обновлю на последнюю версию софта. То есть сейчас оптику вынесу. Ну и в дальнейшем N55 будет стоять, я думаю. Имеем вот такой X5 E70. Который с N55, уже тут у Гальянова темно. У нас задача откатить мотор в сток с кривого софта. Вот, заодно как бы человеку обновимы и другие блоки, которые, ну, важны. Вот смотрите, опять же, составился план программирования на E70. У нас, естественно, стоят 14 вольт. Ну, программно это зафиксировано, потому что бесперебойника нету. Вот, и план мероприятий выполняется. Вот смотрите, у нас опять... В E70 запустили ту же самую процедуру. Ну, КАЗ лучше всегда обновлять. Это против угона помогает. И вот КАЗ обновляется. И ключик у нас не защелкивается. Все, ключей нету. Еще раз на другой аккаунт запишу видео. Допрограммирую X-а вот этого. Там говнософт был залит на N55. Он у нас откатывается в сток.
Вот. Откатим его в сток, тут Н55. И поедем на Читка. Вот, смотрите, у нас заливается уже ЕГС, то есть ДМЕ залит. Льется ЕГС. Вот. Машина сама, кстати, вот загорела шестеренка. Которая, кстати, говорит о том, если ничего не заливается, что коробку как бы пора того ремонтировать. Шли в церковь и направо поворачиваем. Вот можно, кстати, послушать, как насос работает. Когда у нас блок программируется. По ходу ветер увидишь, тут дорога как бы увидишь. Да, езжай, да. На, Тём, вести, пожалуйста. Вот как и на 90-ке комби, когда у нас программируется приборная панель, она также у нас моргает. Вот. То есть вот она переключает режим там немножко. И сейчас будет запрограммировано. Да. Ну чё? У нас тут. Я там просто... Ой, блин. Да. Дилерский сов задул. Смотрите, сейчас будем кодировать приборную панель на заведенную. Нихуя себе. Нихуя себе. Вон, смотри, раз. Она перезапустилась. Вот. То есть вот все восстановилось. Ну да, она будет точно показывать со стрелкой. Блин. Будет нарушать не будет. Да, во. V равно. А нолики, нолики сверху что-то было. А нолики сверху это было времени выставлены. Ну где? Там же. Там же это там же. Ну да. Ну подъезжайте туда, сейчас я тоже подъеду. Угу. Все, что, давайте. Давай, пока. Спасибо. Давай, да не за что, давай. Что-то опять у нас мрачные небеса. Вот. Хотя дата довольно такая красивая, счастливая. Потому что я ровно 10 лет назад для меня этот день много чего значил. Но сегодня, видимо, будет по-другому. Не факт, кстати, что будет дождь, потому что, в принципе, сейчас у нас сухо, да, никаких вон это осадков и не видно. Вот. Пятница все-таки, поэтому, может быть, и на ЧТК соберемся.